Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб», запрещена на территории Российской Федерации, совершили нападение на гостиничный комплекс в Найроби. По меньшей мере 15 человек погибли, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца. Как сообщается, среди жертв теракта один гражданин США и один гражданин Великобритании. Остальные 13 погибших – граждане Кении. При этом цифры еще могут вырасти. Ранее стало известно, что боевикам удалось захватить заложников. Как заявили в полиции, большинство этажей комплекса уже зачищено, но операция по вызволению людей продолжается. По данным русской службы BBC, кенийским спецслужбам удалось взять ситуацию под контроль. Однако всего через час после этого начали поступать новые сообщения о взрывах и стрельбе в районе отеля. Утром в среду из гостиницы были выведены более 100 человек. Их доставили в ближайший травмпункт. Местная полиция уже признала инцидент терактом. Официальных данных о точном количестве погибших и пострадавших пока нет. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Аш-Шабаб». Посольство Российской Федерации в Кении просит россиян, находящихся в Найроби, не покидать дома и гостиницы, а также проявлять повышенную бдительность.